Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Кто смотрит мои ролики, тот знает, да, что я проживаю в городе Новосибирске, вот, в поселке Карьер Мачище, друзья. Сегодня ролик будет немножко печальный. Многие спрашивают: Лена, почему я в последнее время выпускаю очень мало роликов? Я хочу вам ответить, друзья, потому что в последнее время просто не лежат руки. Хочу сказать, что наш поселок, многие из улиц уже попали в зону КРТ. Это значит, что нас хотят снести. Вот, ходят уже люди, которые предлагают деньги людям. Копейки, как говорится, за наши дома, скупая земли, и хотят снести. Вот, и я хочу обратиться к вам, друзья, чтобы вы поддержали меня. Поддержали меня, мой канал и наш поселок, друзья, людей, которые в этом поселке живут. Вот, поддержите нас, пожалуйста, разошлите это видео по всем соцсетям, если кому это не безразлично. Вот, также я хочу обратиться к Владимиру Владимировичу Путину, чтобы он обратил внимание на все происходящее. Вот, то, что у нас происходит в городе Новосибирске, поселок Карьер Мачище, чтобы он принял какие-то меры, вот, в нашу пользу, конечно, друзья, потому что в нашем поселке около 2000 домов, и если мы лишимся своих домов, и непонятно, куда мы поедем, и где мы будем жить, для нас это, конечно, печально, очень печально. Мы будем биться, мы будем отстаивать свои права, как можем. То есть сегодня мы уже записали обращение к Владимиру Владимировичу Путину. Вот, я думаю, что он нас услышит, и он нас поддержит и поможет. Вот, помогите и вы мне разослать это видео. Помогите в поддержку нашего поселка, в поддержку меня. Вот, помогите, пожалуйста, кто смотрит мой канал и кому я не безразлична. Натуральным образом наши чиновники наглым образом просто залазят сюда, хотят снести нас и построить многоэтажки. Вот. Многие из нас сюда приехали специально для того, чтобы жить в зеленой зоне, да, не видеть эти многоэтажки. И вот, пожалуйста, сплошное разочарование. Очень много семей, которые многодетные здесь живут, которые, строя дома, вкладывая материнский капитал. То есть очень много есть семей инвалидов, которые здесь живут. То есть и бабушки, и дедушки, пожилые люди, куда им сейчас под старость лет. Обратите внимание, пожалуйста, на это и помогите нам в этом. Уважаемый Владимир Владимирович Путин! Обращаемся к вам от лица жителей частного сектора Карьер Мачище города Новосибирска. Часть улиц нашего поселка, улица Кубовая, Лобачевского, Бессемера, Охотская, Оренского, Аносова и также прилегающие к ним, попали в зону КРТ. Данные участки попали под снос из-за отсутствия центральной канализации. Считаем действия градостроителей и мэрии согласно областного закона о КРТ рейдерским захватом, ущемляющим наши конституционные права. Исходя из этих действий, мы можем остаться без жилья. Просим вас взять ситуацию на контроль, на личный контроль, защитить наши конституционные права и исключить наши дома из КРТ.